Ну а законопослушные граждане, пожелавшие зарегистрировать свой автомобиль через госуслуги, смогут это сделать теперь дешевле на 30%. Согласно изменениям, размеры госпошлины применяются с учетом коэффициента 0,7. В случае подачи заявления и уплаты с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Преимуществом использования госуслуг в электронном виде является круглосуточная доступность, возможность получить услуги, не выходя из дома, и, конечно, отсутствие очередей. Кроме того, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе в городе Якутске выделен один день недели, понедельник, для тех граждан, которые подали заявление в электронном виде по регистрации транспортных средств, так как в этот день граждане по живой очереди не принимаются. Также напоминаем, что с 1 февраля 2017 года получить водительское удостоверение взамен утраченного, а также в связи с окончанием срока действия, можно будет во всех МФЦ по республике.